Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас у меня на кухне. Сегодня я готовлю очень вкусную запеканку. Я люблю цветную капусту. Кто любит блюда из цветной капусты, присоединяйтесь. Это очень вкусно, просто. Что для этого надо? Значит, 600 грамм цветной капусты. Я ее разделила на соцветия. И сейчас, пока буду вам рассказывать, уже сразу, вот здесь у меня кипит водичка. Сейчас я ее подсолю чуть-чуть. Мне надо пробаланшировать эту капустку где-то минутки 3, чтобы она прокипела. Все, капусту сюда. Накрываю крышечкой. И сейчас она прокипит у меня. Пока я вам буду рассказывать дальше, что нужно. Значит, 600 грамм цветной капусты, 300 грамм куриной грудки. Вот такими маленькими кусочками я ее нарезала. И сейчас я ее обжарю с луком и морковочкой. Также для этого рецепта нужно будет 100 грамм сыра и 4 яйца в заливочку с 200 миллилитров молока. Я смешаю. Можете смешать со сливками, если любите пожирнее. Я буду смешивать с молоком. Приправы, значит, перчик, сухой чесночок, куркума и паприка по пол чайной ложечки. Чуть-чуть орегано добавлю, чуть подсолю, но будет сыр соленый в запеканочке, поэтому соли очень-очень осторожно с солью. И нужно будет пучок зелени. Вот это основной рецепт этой запеканки. Но поскольку у меня в холодильнике нашелся кусочек капустки свежей, молодой, здесь где-то 100 грамм, чуть меньше даже, и маленький молодой кабачок, сейчас я его отожму, вот я еще вот эти два ингредиента добавлю. Но это не обязательно. В описании я дам вам уже такой классический, так скажем, рецепт без вот этих двух добавок. Все просто, все быстро. Сейчас на сковороде, вот здесь, сейчас подождите, я немножко покажу вам вот так. У меня сковорода еще. Сейчас я обжарю морковку, лук и чуть-чуть обжарю курочку. Пробаланшируется 3 минутки буквально цветная капустка. И я вернусь к вам, покажу, что делаем дальше. Ну вот, друзья, 3 минутки прошло. Я переложила уже в форму нашу капустку. Вот она прекрасно уже такая в полуготовности. Теперь сюда добавляю свежую капустку. Сейчас перемешаю это все. Кабачок. Сожму. Вот так. Ну, как я уже говорила, просто у меня оставались вот небольшой кусочек капусты и маленький кабачок. Я решила использовать их запеканку. Но в идеале, конечно, этого можно и не делать. Это не обязательные, так сказать, ингредиенты в данном блюде. Тут главное цветная капуста и курочка. Так, все. Более-менее распределили. Вот так. Курочка еще зажаривается. Морковочкой и луком. Чуть-чуть сейчас. Еще 2 минутки. Где-то 5-7 минут обжарить надо. Так. Это сюда пока отодвигаем. Сейчас я порублю зелень. Быстренько.
меня петрушечка, можете укропчик. Ну, кинза не очень, а вот петрушка, укроп, да, работают очень хорошо. В данном случае. Так, сейчас берем. Здесь у нас 4 яйца, как я говорила. Вот так венчиком. Быстро-быстро. Добавляем куркуму и паприку. Добавляем чуть-чуть перчика, просто вот совсем чуть-чуть. Чеснок сушеный. В данном случае мне больше нравится сухой чеснок, где-то чайную ложечку. Вот так. Чуть-чуть орегано. Курочку туда я подсыпала еще, там лучок морковка. И чуть-чуть сушеного укропчика. Приправы добавляете индивидуально. Все, что вы любите. Это же запеканка. Поэтому тут те вкусы, которые вы любите в таких блюдах, вот такие приправы, специи вы добавляете. Так, яйцо взбито. Сейчас молочко. Посмотрим, сколько тут. И сюда же сыр. Вот такая заливочка у нас получается. Сюда же. Извините. Ну, как всегда, не без ляпов. Не очень. Аккуратно пересыпала. Ну, ничего страшного. Бывает. Как я всегда говорю, это кухня. Всякие метаморфозы случаются. Так, вот все. Заливочка готова. Курочка тоже уже обжарилась. Выключаем. Вот буквально... Вот у меня на таймере 8 минут. Но я вначале лучок поместила туда, а потом уже все остальное. Все, сейчас выкладываем курочку наверх. Куриная. В данном случае у меня куриная грудка. Вы можете и бедрышки, если вам нравится больше. Это не имеет значения. Курятину, какую вы любите. Распределяем. Постараемся, чтобы курочка вот так между капусткой попала. Чуть-чуть вот так. Такими движениями лопаточкой. Заодно и капустку немножко раздробим, чтобы были помельче кусочки. Соцветия, чтобы чуть-чуть так измельчить. Вот все. Курочки можете и побольше добавлять. Но, например, на мой вкус достаточно и 300 грамм грудки куриной. Вы по своему вкусу можете добавить 400, полкилограмма. Ну, смотря по вашим предпочтениям. Для меня важнее овощи, нежели мясо. Любое. Куриное или просто говяжье, там, свиное мясо. Но все мы разные, вкусы разные. Поэтому вот так. Все. Распределили. И теперь заливаем вот этой вот красотой сверху. Так, включаем духовку. Вначале на 200 градусов. Потом она будет выпекаться. На 200 градусов я подержу где-то
минут 15, а и остальные всего где-то 35 минут, вот так надо. 30-35, в зависимости от духовки, опять-таки. Вначале на 200 градусов минут 15, и потом 180 градусов для моей духовки достаточно. Она у меня с конвекцией. У меня идет обдув. Воздух, горячий воздух обдувается. Поэтому у меня все как-то быстрее выпекается. А вы смотрите по своей духовочке. Так. Все. Сейчас я возьму другую лопаточку. И вот так вот сыр, видите, весь этот омлетик ушел вниз, а сыр остался наверху. Но он влажный, он тоже, на него попало яйцо, поэтому он быстро не разойдется. Вот такая красота. Все. Вуаля. Вот такая красота получается. И сейчас все это отправляется в духовочку, как я сказала, на 30-35 минут. Посмотрим по духовке, как она справится. И занимаемся своими делами. А процесс идет. Я вернусь к вам и покажу, что у нас получилось. Вот, друзья, мне понадобилось 35 минут. Вот, посмотрите, какая красота. Такая вот запеканка красивая получается. Как вы поняли, совсем немного времени нужно, чтобы испечь такую запеканочку. Она горячая. Но мне очень хочется показать вам, как она выглядит. Внутри. Нет, не получится. Очень, очень горячая. Она должна схватиться. Сейчас все развалится. Я покажу вам в шорт-видео в подаче. Сейчас она немножечко схватится, остынет, и вы сможете увидеть. Смотрите шорт-видео с подачей. Вот такая совсем простая запеканка, в общем. Ничего, никаких таких необычных продуктов не нужно. Быстро, просто, опять-таки, в духовке. Ваше время свободное, время запекания. Рецепт будет под видео, без дополнительных ингредиентов, которые я добавила случайно, так скажем, по случаю. Пробуйте приготовить, очень вкусно, просто. Видите, это, вот этого количества хватит на большую даже компанию. Я вам желаю удачи в приготовлении. Будьте здоровы, питайтесь вкусно и полезно. До новых встреч!